как сумасшедший. Но ради вас можно и с ума сойти. Дорогие друзья, у меня сейчас каждый раз рассказываю эту историю перед этой песней. У меня есть песня, называется «Россиянка». И авторы, когда мне показывали эту песню, они говорили: ты знаешь, она очень выигрышная, ты будешь приезжать в разные города нашей большой страны и петь про местных жительниц. Приезжаешь, например, в Ростов, поешь вместо «Россиянка» и «Ростовчанка». Приезжаешь в Мурманск, поешь вместо «Россиянки» и «Мурманчанка». Я тогда обрадовался до слез. Думал, вот это удача. А потом приехал в Улан-Удэ, Гусь Хрустальный. Еще в Рязанской области есть такой прекрасный город, очень чистенький, с приятными жителями. Там называется город Сасово. И вот я на площади выступал, спросил: «Россия, россиянка, а Сасово?» И мы решили петь «Россиянку». Очень приятно выступать в столице в День народного единства, петь про наших красивых русских женщин. Матвеюшка, Матвей, это звукорежиссер, чтобы вы не думали, что я общаюсь с кем попал. Матвеюшка, давай нашу. Про местных жительниц. Про россиянок. С праздником, дорогие, спасибо большое. Yes.